Читаем добротолюбие. Выжмем себя покаянием, чтоб не утратить нам благодать и прощение, как настоящей своей краски. Выжимание есть тщательное отложение противного, ибо таким образом наведенное на нас свет прощение, закалившись в душах наших, не сойдет уже. Тщательно измой себя слезами, как красильщики вымывают волну, предайся смирению, сократи себя во всем. Ибо таким образом, предочистив себя, приступишь к Богу, готовым уже к принятию благодати. Преподобный Ефрем Сирин.